Доброе утро, друзья! И утро начинается у нас бодренько. Пионерский проспект, район Юнги, моей любимой речки Мажипсин. Мы сегодня с вами посмотрим на две квартиры утро и вечер. Почувствуйте разницу, когда хозяева радеют за клиентов, которые к ним приезжают. Во-первых, они перезаказ видеосюжета делают. Во-вторых, потому что они учли очень многие ваши пожелания и недочеты, которые у них были на квартирах. И мы сейчас посмотрим, что изменилось. Но для тех, кто приезжает к нам на отдых, у вас есть возможность сейчас успеть забронировать эти квартиры. Еще есть места. Туда у нас Витязева, в ту сторону у нас GMT. Это GMT здесь, в принципе, пешком недалеко. Супермаркет работает. С левой стороны кубанские вина. Далее столовая, аптека. То есть, в принципе, весь спектр услуг, который вам может понадобиться. Даже на экскурсию вы прямо отсюда можете уехать. В эту сторону у нас как раз-таки находится речка Мажипсин. Доброе утро. Находится речка Мажипсин. Вы понимаете, что все, что вам может понадобиться, все есть. Я вижу, здесь стоит шлагбаум. Значит, будет въезд по ключам. Лишний здесь прокатываться, так сказать, не будут иметь возможности. Ну, вот так вот оно везде у нас на всех проходах моря обычно и происходит, что перекрываются они. Здесь открыли, мне сказали, что платные парковки где-то вот прямо напротив дома и одна прямо охраняемая возле, туда чуть поближе к пляжу. Здесь отели находятся. Самый ближний вариант, который я сейчас знаю, где можно снять квартиру. Причем она уже готова. Здесь вот ни один человек не написал, кстати, в комментариях, что ой, как далеко от моря. Все очень действительно близко. Ребята увидели, что в комментариях есть какие-то вот возражения, что, допустим, не хватило того или того. И они говорят, господи, вот, все, теперь есть все эти нюансы. Сейчас я обо всем расскажу, покажу заново, и вы сможете это оценить. Во-первых, отношение к будущим гостям. Это при том, что даже при тех условиях, которые были, уже очень много гостей забронировали с нашего видеосюжета. Есть прямо и налево возможность пройти на море. Что мы имеем? У нас две квартиры на одной площадке. Одна ночная называется «Утро», вторая называется «Вечер». Добавились игрушки для деток. Здесь имеется Wi-Fi, причем смотрите какой, на 4 аж антенны, чтобы всем хватило. И давайте с утра начинаем. Квартира 30 квадратов. Что у нас здесь есть? Во-первых, мебель вся полностью новая. Так. Кровать, тумбочки. Рассчитано на 4 человека. Имеется возможность поставить лайк, не забывайте об этом. Шкафчик с вешалками. Довольно-таки просторный. Покрывало, подушки, сиделки. Писали в прошлый раз о том, что стиралок нету. Да, действительно, стиральных машин нету, но есть возможность стирки. То есть вам хозяева все расскажут. И вообще любая дополнительная информация по бронированию, там все-все-все у них на сайте. Сайт будет в названии и в описании. Еще Диму попрошу, чтобы он добавил к этому видеосюжету комментарий с описанием, так что вы все найдете. Фен. Есть бойлер, нагреватель у вас свой собственный, то есть вы не будете зависеть от того, что отключат где-то воду. Был, кстати, вообще вопрос, говорят о том, что очень многие сдают, не подключив водичку. То есть здесь с этим все в порядке. Причем вода, говорят, хорошая, можно хоть из-под крана пить. Появилась варочная панель, посуда, все в принципе было, микроволновка, холодильник. Давайте глянем. То есть новый. И первая бутылочка, это вот бросилось мне в глаза, это комплимент для первых гостей будет. Дальше, помните, я говорил о том, что здесь стучали. Вот это тоже очень важно, мне и в прошлый раз понравилось, когда делал обзорчик. Стучали дверки, все, звука нету. Хозяева эту недочет, так сказать, тоже устранили. Поставили блокираторы, стука двери, дверцев. Это хорошо. Так, вы видите набор посуды, который есть. Салфеточки. Еще посуда. То есть посуды, по-моему, стало гораздо больше. Так. Ну, стаканы 2 под пиво осталось. Больше 2 человек в комнате пьющих не должно быть. Пиво именно. Ну, шучу. Так, смотрим. Здесь у нас мусорное белье. Есть мощи. Набор ложек. О. Прям посуда прибавилась. Переноска, корочка. Также осталась мультиварка все-таки, если кто-то хочет пользоваться ей. Возможность такая имеется. Так, спутниковое телевидение на там 100 плюс или 200 каналов, я даже не помню. Плит-система очень важна. Мебель вся новая, повторюсь. И мне вот нравятся новые матрасы. Я не вспомнил, как я в Крыму сел, и у меня попа ушла чуть ли не до пола. Было весело, но мы уже заплатили, деваться было некуда. Так, и доброе утро.
птички. Сегодня шторма нету, море тихое. Такой вид, есть сушилка. Добавили на балконах пепельница, тазик появился. Ну, живу, то есть по всем нюансам, которых не хватало, пробежались, и многие такие вопросы были решены. И давайте посмотрим теперь еще вечер. Так, заходим. Спутниковое ТВ, только в активе я не показал, есть водичка с помпой, ну, то есть ставят для людей, чтобы именно питьевая была отсюда, даже не зависеть от крана, и у нас многие любят пить с кулеров, то есть поэтому вот есть такая возможность. Также, нет, чтобы я не забыл, есть гладильная доска и утюг. Давайте посмотрим здесь санузел. Так. Чем-то вкусно пахнет, так. В общем, все новое, все чистое. Здесь вопросов вообще никаких быть не должно. О, даже так я там не заглянул. Тут щеточка какая-то. И опять-таки, не забывайте, друзья, это очень важно. Ставить лайк и поднимать настроение с утра и себе, и вам, и мне. Тоже кровать двухспальная. В шкафчике тоже есть вешалки. Доп лежит. И здесь, ну, в принципе, тот же набор имеется у нас. Так, идем дальше. Диванчик. Здесь по кухне смотрим. Так, ну, в принципе, то же самое. Она идентична, только в квартире. Здесь единственное, подняли микроволновку, чтобы побольше было места, где порезать, что, потому что панель поставили, под панели, уже на панели резать не будете. То есть тоже было, видите, вот это нюанс. Здесь также имеется мультиварка. Также наборы. То же самое. Угу. Все как всегда мне, это опять мне. Прям идентичное расположение, идентичное. Интересно даже посмотреть. На самом деле. Так. Идем дальше. Так. И медтехник. Теперь остался еще. Здесь у нас выход на балкончик. Здесь балкон выходит у нас во двор. Так, также пепельница, тазик, сушилка. Угу. Тишина. Красота. Ну и осталось узнать, сколько здесь путешествовать до моря. Еще такой маленький нюанс. Бегу. И вода имеется. Есть возможность пройти, еще раз говорю, туда. И, кстати, мне сказали, что есть и проход налево. Но мы пойдем через Можжепсинчи, потому что мне нравится так гораздо больше. Эх, утро. У нас уже время подходит к 6:30. Тратила на съемку. Засекайте, сколько же вам здесь идти. Да, если до воды, то вообще вы прям рядом. Если к морю, конечно, немножечко подальше. Я сегодня на радостях даже не взял с собой мой комплект купания. То есть буду купаться без полотенца. Но уже все, погода та, которая позволяет это делать. Это не зима, и можно наслаждаться морем именно в таком состоянии. О, полотенчика, хорошее настроенчика и на моречко. Посмотрим, сколько нам идти. То есть вы можете вообще выходить из квартиры, грубо говоря, в лавках. И почти здесь поставили скамеечку. Можно посидеть возле Божепсинечка. Сегодня что-то лягушечки не поют. Наверное, у них период брачный закончился. А, ну, вон море. То есть мы уже, в принципе, на пляже, можно сказать. Но, правда, многие считают, что это не пляж. Здесь тенистая аллея. Как мне хочется, чтобы она осталась. Да ладно! У нас сегодня Ашот на связи. Это прям вообще шикарно утро будет выглядеть. Не выдержал его душа, он говорит, все, уже лето, неинтересно мне, говорит, ходить купаться. Если ты все-таки приехал. Ну, хотя бы поздороваемся. Я надеюсь, что он, конечно, еще не искупался.
Ну, надеюсь, мне кажется, это зря. Потому что я когда приезжал, он уже еще его не было. Вот эти рыбки гоняют по водоемчику. Птички поют. Кстати, здесь небольшой разрыв в заборе появился. Мне интересно, когда-нибудь он вообще исчезнет, когда-нибудь нашей власти хватит сил, чтобы, ну, как-то не было забора через речку. Это ж, мне кажется, как визитная карточка города. Здесь будет шашлычка работать. И один из моих подписчиков, он отдыхал, правда, он там с той стороны. Я думаю, он вспомнит себя и напишет в комментариях. Меня постоянно хвалил эту шашлычку, говорил, приезжай, приезжай. Так, я вот тут перейду, здесь, я думаю, будет мостик, его подремонтируют. Я просто иду к шу. А сколько рыбок, ух ты. Представляете, вот это вот хотят. Лягушечка. Хотят засыпать. Ах, красота. Ну, теперь осталось только чистое море. Если оно чистое, то это будет супер фантастическое утро. Если же, конечно, нет, то грусть, печаль, тоска. Я надеюсь на чистое море. А вы? Пишите в комментариях, если еще не дошли. То есть 3 минуты, друзья, мы на пляже. Ближе, ну я не знаю, квартира у моря ближе быть, наверное, не должна, как минимум. Может, а у нас все возможно на стране, многому даже и не удивляюсь. Но очень надеюсь, что нет, такого не будет. Мусорка стоит. Так, у меня сегодня в 9 утра фотосессия. Ого! Я не за мусор, смотрю, сколько людей. Еще раз повторюсь, 6:30 утра время. Ой, а что плавает, я его вижу. Красавчик. Ну, сейчас все море сплавает без меня, пока я дойду. Воистину доброе утро. Папа с сыном приехали на пляж. Так, я увидел, похоже, на что-то полотенце. Пойдем к нему припаркуемся. Мусорки на пляже есть, правда, они уже переполнены. Вот, наверное, мусорка приедет, сейчас все соберет. Мусора как такового, в принципе, на берегу я не вижу. Сейчас мы узнаем все температурные режимы. И пойдем купаться. Борюшка, доброе утро. Вот оно. Вот оно какое должно быть. Согласитесь, друзья. Температура воздуха 22,2. Сейчас замеряю водичку. Температура моря 21,7. Пошел я. Че я тут стою? Температуры меряю. Вода класс просто. Шикарнейшая. Пока. Вот такая красота, друзья, у меня, к сожалению, время кончилось, что-то мы засиделись в море. Все, пошли переодеваться. Ну, самое главное, доброе утро от Ашота. Здравствуйте, всем хорошего настроения, пейте чай, все хорошо, приезжайте, отдыхайте. Как море, скажи, вот твое. Ну, теперь уже теплое, уже теперь не грязное, уже можете купаться. Тебе тоже спасибо за интервью, хорошего дня. Всем доброго, бодрого утра, хорошего настроения. Приезжайте, отдыхайте, загорайте. Ну, даже если в Витязево там у нас прям печаль и грусть, то вот Можепсин, ближайшая точка, где хорошо и красиво. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Сайтик на эти квартиры будет в названии, в описании. В общем, все. Обращайтесь к людям, все расскажут, подскажут. И самая подробная информация по свободным датам, по планировкам, по, ну, всему-всему есть у них на сайте. Пока-пока.